Глава Тувы Шалбан Караул 11 января подписал принятый Верховным Хуралом региона закон об упразднении Конституционного суда. Документ вступит в силу по истечении 10 дней с этой даты. После ликвидации суда все вопросы, которые ранее этот суд рассматривал, включая изменения в Конституцию республики, теперь будут осуществляться в соответствии с федеральным законодательством, говорится в законе. Кроме того, закон устанавливает, что председателю, секретарю и судьям упраздненного Конституционного суда, пребывающим в отставке, выплачивается ежемесячное пожизненное содержание за счет средств республиканского бюджета. Порядок назначения пожизненного содержания и его выплаты отставным судьям будет определяться правительством республики. Напомним, Конституционный суд Тувы сформировали в 2003 году. С момента образования он рассмотрел 53 обращения.